Телекомпания «ВИТ» представляет. Уважаемые телезрители, добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». Семеро одного не ждут. Это непреложная истина. Работает повсеместно, за исключением нашего шоу, потому что у нас 7 нот, но мы все время ждем одного. Того, кто придет и угадает все мелодии нашей игры, мы начинаем. Сегодня с нами здесь эстрадный оркестр под управлением Александра Евмененко. И, конечно же, наши игроки, они появляются в студии. Встречайте их аплодисментами. Добро пожаловать, прошу вас занимать ваши игровые места. Мы начинаем ровно через мгновение. Считайте, что уже начали. Здравствуйте, уважаемые игроки. Мы очень рады, что вы сегодня с нами, потому что нет на свете более гостеприимного места и более радушного зрителя, чем на нашей площадке. Площадке программы «Угадай мелодию». Позвольте, я вас представлю нашей телеаудитории. Участник под номером один Константин Мелкумян. Окончил Институт мировой экономики и бизнеса. Для себя решил никогда ничего не пробовать. Мечтает стать миллиардером. Константин Мелкумян. Участница под номером два Татьяна Смирнягина. Главный режиссер творческой мастерской эстрадного искусства. Предпочитает зеленый чай с позами. Ее девиз «Не навреди». Татьяна Смирнягина. И третий участник нашей программы Сергей Алфимов. Учитель, любит соревноваться в пляжном волейболе, считает себя свободолюбивым человеком, признающим только победы. Сергей Алфимов. Татьяна, сразу объясните мне, пожалуйста, человеку, не сведущему в традициях чаепития, что такое чай с позами? Позы – это традиционное национальное бурятское блюдо. А это, что это за блюдо? Это мясо, завернутое в тесто и готовящееся на пару. То есть такие пирожки? Такие манты, скорее всего. Такие манты. А, вы знаете, Татьяна, выражаясь образным языком, мы приготовили для вас 16 пирожков с пылу с жару. Все они перед вашими глазами. Кстати, Татьяна, именно вам я предложу выбрать категорию. Сладкие грезы, спорт, 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 расскажите птицы, песни Игоря Крутого. Что будете брать? Расскажите птицы. Расскажите, птицы. Итак, расскажите, птицы, песни о наших пернатых друзьях, которые радуют нас своим щебетом, а вы будете радовать наших телезрителей угаданными мелодиями нотов, которые бы вы хотели сыграть. Первая. Нота номер один. Ее цена 1000 рублей. Слушаем музыку. Сергей! Вы слыхали, как поют дрозды? Абсолютно верно. Первая мелодия сегодняшняя угадана. Аплодисменты. Давайте дальше. Сергей, выбирайте. Та же категория, нота номер три. Расскажите, птицы, нота номер три. Послушаем. Сергей! Малиновский заслушал голосок. Вы, наверное, часто ходите в лес и слушаете пение птиц, а также мелодии о этих птицах. Абсолютно верно, да! Отлично, Сергей. Ну, вы показываете пример своим соперникам. Что-что? Нота четыре. В категории «Расскажите, птицы». Да. Я вас правильно понял. Нота номер четыре. Вперед! Сергей. Ой. Ой. София Ротару. Да, София Ротару. Совершенно верно. Аист на крыше. Аист на крыше, мир на земле угадана. Пока Сергей обыгрывает своих соперников в сухую. 3-0, 3-0. Константин, вас это не раздражает, а? Да нет, его сейчас раздражать будет. А вы сейчас будете наверстывать упущенное. Сергей, берегитесь, выбирайте. Ну, давайте мы закончим эту... Итак, осталась одна мелодия, мы ее выбрали. Слушаем. Да, Сергей? Соловьи. Соловьи, соловьи, не тревожьте, да. Солдат. Верно. Угадано. Итак... Татьяна, Константин, у меня для вас хорошая новость. Больше мелодий в категории «Расскажите, птицы» нет. Сергей, вам придется выбирать что-нибудь другое. Ну, любимую категорию «Спорт». Спорт, спорт, спорт. Возможно, там есть песни о пляжном волейболе. Я помню о ваших увлечениях. Нота. Номер один. Слушаем музыку в этой категории и в этой ноте. Татьяна, да, 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 да. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Зачем ему играть в хоккей? Он же трус, верно?
Отлично. Константин, подтягивайтесь. Татьяна тут же взяла реванш после того, как мы ушли из категории «Расскажите птицы». Выбирайте Татьяну. Третья. Третья нота в категории «Спорт, спорт, спорт». Ой, нет, «Сладкие грезы». А, «Сладкие грезы», песня «В снах, в мечтах». Да. О любви. «Утопиях». Естественно, в этих «Утопиях, снах и мечтах» присутствует любовь. Нота номер три в этой категории. Вперед! Сергей! Журавлик. Я небе. Хочу увидеть небо, ты возьми да. меня с собой. Есть! Yes! Ну, надо сказать, что здесь тоже присутствовал пернатый, поэтому Сергей угадал эту мелодию. Отлично. Выбирайте, Сергей. Давайте спорт, четвертая спорт, нота. Спорт, спорт, четвертая нота. Татьяна, Константин. Мы сейчас составим ему конкуренцию. Слушаем музыку. Сергей, вы были первым, да. Такая боль, 5-0. Аргентина и Майка, 5-0. Да. Угадано. Прошу, выбирайте дальше. Ну, давайте третью ноту. Третья нота в категории. Знаете, они уже так обленились, они почувствовали себя профессионалами. Они уже не говорят с ведущим, они не называют категорию. Говорят, нота номер три. А какой категории? Спорт. Спорт, спорт, спорт. Нота номер три. Слушаем. Константин, что это было? Блин, сел. Константин, по утрам мы этим занимаемся. Зарядка. Правильно. Зачем? Если хочешь быть здоров. Закаляйся, если хочешь быть здоров, угарно! Константин, я довольно открыто вам подсказал по одной простой причине. Вы просто поторопились. И мне было бы жалко вас наказывать. Но учтите, поспешность иногда приносит отрицательные плоды. Выбирайте. Понял. Песня Крутого, первая нота. Песня Игоря Крутого, нота номер один. Вперед! Сергей! Любой похожий на сон. Абсолютно верно, да. Быстрая мелодия, быстрый ответ. Выбирайте. Вторая нота. Итак, спорт, 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 нота номер два. Слушаем. Первая была Татьяна, да. Тебе судьбу мою вершить. Команда. Абсолютно верно. Команда, команда молодости, молодости нашей. Да, засчитана. Отлично. А, что будете брать? Осталось не так много. Две категории. Сладкие грезы, песни Игоря Крутого. Ну, давайте вернемся к сладким грезам. Давайте помечтаем. Иногда давайте. Так приятно это делать. Нота. Первая. Слушаем. Константин. А... Хорошо. Вожили ковором. Да. А как хочется вернуться? В городок! Верно! Угадано! Итак, уважаемые участники, давайте подводить итоги первого тура. Ни одной ошибки, все мелодии угаданы. Да, кто-то лидирует, но у вас будет возможность догнать и, может быть, даже обогнать вашего соперника. Во втором туре через несколько мгновений прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые участники, и возвращайтесь, возвращайтесь. Мы будем ждать появления наших игроков. Еще бы, они главные герои нашей программы. Без них мы, по большому счету, ничто и никто. Через несколько мгновений после окончания первого тура наши игроки появляются в студии. Вступает в свои права. Тур второй. Прошу вас занимать ваши игровые места. Мы начинаем. Мы во всеоружии. Добро пожаловать во второй тур. Еще раз хочу вас похвалить, уважаемые игроки, потому что похвала это всегда приятно, особенно в начале тура. Никто не ошибался. Все угадывали мелодии. Ай да молодцы. Сергей угадывал лучше своих соперников. Поэтому, Сергей, вы выбираете категорию второго тура. Девочка с плеером. Литературные герои. Я слушаю радио. Я на солнышке лежу. Прошу. Я слушаю радио. Я слушаю радио. Песни, которые сейчас очень популярны. Поэтому все радиостанции нашей страны крутят их в своем эфире. 1500. Стартовая цена. Вперед. Константин. Люби меня, люби. Да, да, да. Отпетые мошенники. Угадано. Константин, выбирайте дальше. Я на солнышке лежу. Я на солнышке лежу. Песни о любых видах отдыха. Активном, пассивном, за рубежом или на территории нашей страны. 1500. Стартовая. Вперед. Нет, Сергей, не вы были первым. Первой была Татьяна, да. Я уеду в Комарова на конечно. Недельку. Естественно. Угадано. Сергей, а вам составляют конкуренцию. Вы уже не успеваете нажимать на кнопку. Потому что ваши соперники сделали правильные выводы из вашей быстрой тактики игры в первом туре. Выбирайте, Татьяна, прошу. Продолжим эту категорию. Я на солнышке, я на солнышке лежу. Третья мелодия. Нота. А здесь нет нот, здесь мелодии идут одна с другой. Да. Слушаем.
Давно наши участники не отдыхали в Прибалтике. Музыку написал Раймонд Паулс. У нас осенью такой шикарный отдых. А девушки... Да, Сергей? Лаймы Вайкуля Акапулька. Та-дам! Сначала я восхитился. Вот это тактик, вот это стратег. Он понял, что никто, кроме него, не знает этой мелодии. Дождался, пока цена вырастет, и нажал на кнопку. Вы абсолютно верно догадались, что эта песня имеет прибалтийские корни, но это не Акапулька. Это не Акапулька, я даю вам шанс поправиться. Лайма Вайкуля исполняет эту песню, но называется она «Бархатный сезон». Там нет слов про Акапулька. К сожалению, вы ошиблись. Внимание, внимание, экстренный выпуск нашей газеты. Сергей ошибается. Его место в карцере нашей программы. Две мелодии вы вне игры. Татьяна, выбирайте, прошу. Давайте попробуем литературные герои. Литературные герои. Я думаю, что смысл этой категории вам понятен. Литературные герои, воспетые нашими отечественными композиторами. Слушаем музыку. Да, Константин. Ты же помнишь, как это было. Маргарита, верно. Угадано. Константин, выбирайте. Я на солнышке. Я на солнышке лежу. Все-таки нравится нам отдыхать. Хорошая категория. Слушаем музыку. Да, Константин. Эй, девчонки. В данном случае там речь шла о одной юной особе. Все правильно, она женского пола. Эй, хороший заход, он есть там. Красивая походка, пойдем. Была бы лодка, я бы ехал с тобой. Эй, красотка, прекрасная погодка, была бы лодка, мы бы были с тобой, засчитано! Сергей, возвращайтесь в игру, над вами зажигается свет, потому что на этом второй тур нашей программы заканчивается. Давайте посмотрим, у кого сколько очков. Сергей, я знаю, что вы лидер. Константин, второе место. Татьяна, к сожалению, я вынужден. О, вы разбиваете мое сердце. Мы будем аплодировать, мы будем вас провожать красиво, так как это принято в нашем шоу. Нам было крайне приятно провести эти сладостные мгновения вместе с вами. Всего доброго, Константин, Сергей, до встречи в третьем туре. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые участники. Второй тур очень многое меняет. Да, вы сделали задел в туре первом, но во втором туре гораздо больше деньги. И они могут решить нашу судьбу в негативную сторону. Начинаем третий тур нашего шоу. Основной принцип услышал, вспомнил, угадал. Его еще никто не отменял. Встречайте наших участников аплодисментами. Они занимают свои игровые места. Добро пожаловать в третий тур. Здесь вы будете торговаться друг с другом за право назвать мелодию после моей подсказки. Лидером по итогам первых двух туров является Сергей. Значит, вы начинаете. Подсказка номер один. Песня «Знойной дамы». Сергей, прошу. Константин. Попробую 7 минут. Знойная дама, говорите? Да. Пробуйте. Пробуйте. Вы так легко сдались? Константин, 7 нот, достаточно низкая цена. Песня «Знойной дамы», 7 нот, слушаем. Помоги мне, бриллиантовая рука. Досрочный ответ принят, да! Видишь, гибнет. Сердце гибнет в огнедышащей лаве любви. 1-0. Константин, не сдавайтесь. Мой вам совет, поднимайте цену. Вы никогда не станете миллиардером, если будете так легко уходить с торгов. Песня о хладнокровном джентльмене. Сергей, прошу. Костя, попробую угадать из 7 нот. Я с 6, пожалуй. А я из 5 нот. Угадывайте. Угадывайте. Песня о хладнокровном джентльмене. 5 нот. Слушаем. А ты такой холодный, как айсберг. Как айсберг в океане, да! Верно! Внимание, подсказка номер 3. Константин, хочу напомнить, что игра идет до 3 очков. 2 у Сергея очка уже есть. Соберитесь, не сдавайтесь. Песня постаревших романтиков. Сергей, прошу. Константин, я предлагаю угадать с 7 нот. С 6 нот. С 5. С 4. Угадывай. Угадывай. Итак, песня постаревших романтиков. Константин, желаю удачи, потому что прозвучат только 4 ноты. Слушаем.
Обычно мы не даем времени. Это было у моря. Знаете, у меня лицо, как будто я лимон сейчас съел. Не, пас. Пас, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. К сожалению, вы не угадали эту мелодию. Еще становится 3-0 в пользу Сергея. Константин, принимайте поздравления, аплодисменты зрителей. Они адресованы именно вам. Все благодарят вас за участие. Спасибо большое, Сергей. С такой игрой мы точно встретимся в суперфинале. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые участники. Итак, Сергей выходит в финал. Я уверен, что его лидерство в первых двух турах и в третьем покажет себя в суперигре, и он ее разгадает. Итак, дорогие телезрители, давайте отбивать наши ладони. Самое время. Суперигра. Сергей Алфимов занимает центральное место. Место финалиста нашего шоу. И сейчас он один на один с семью мелодиями. Сергей, поздравляю, прекрасная игра. Спасибо. Вы победитель нашей программы. Итак, у вас 18 785 рублей. Это ваш выигрыш, который складывается из вашего выигрыша и выигрыша ваших соперников. Эти деньги вы не можете проиграть, но вы можете увеличить счет до почти 29 тысяч. Вы знаете правила суперигры, вы знаете, что в начале перед суперигрой мы всегда желаем победы нашему финалисту Сергею Алфимову. Спасибо. Громче, 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 громче. Он нуждается в вашей поддержке. Готовы? Да. Поехали. Не слышны в саду даже шороха. Если бы знали вы, как недороги подмосковные вечера. Да. Мелодия номер два. Да. Мохнатый хмель. На душистый хмель. Угадано. Внимание. Мелодия номер три. Сергей, лучше нажмите на кнопку, вы теряете время. Можно пропустить эту мелодию. Да. Я вижу, что вам пока трудно ее угадать. Пока пропускаем, да? Да. Отлично. Дальше. Ахсамара городок. Ахсамара городок. Угадано. Мелодия номер пять. Мал помалу ты привыкал, угадано. Шестая. Чёртова карусель. Чёртово колесо. Да, засчитано. Итак, у вас 10 секунд. Нужно разгадать мелодию номер 7 и вернуться к мелодии номер 3. У вас еще есть время. Постарайтесь уложиться в эти 10 секунд. Вперед. Сюткин. Сюткин, ты далеко от меня. Да, 7 тысяч над землей, верно. 7 секунд, 7 секунд. Да. Одна мелодия, номер 3. К ней нужно вернуться, ее нужно угадать. Настроились? Поехали. Сергей, кнопку. Одна секунда у вас осталась. Это дуэт. Сейчас. Они образовали дуэт для одной песни. Песня написана... Я уже... Единственное, что только название пока не сказал. Песня написана зарубежными авторами. Эх, раз, два, три. Мелодия. Сейчас скажу. У вас нет времени, Сергей, нужно отвечать. Эти лунные ночи. Мурат Насыров, Алена Апина. Это была коварная мелодия, которая не позволила вам выиграть суперигру. Но расстраиваться не надо. Сергей Алфимов, победитель нашей программы. Сергей, принимайте поздравления. Ну да, они всем удается выиграть суперигру. Это, кстати, никоим образом не означает, что вы слабый игрок. Просто сегодня суперигра у нас такая сложная. Я поздравляю вас со всей души, потому что вы все равно победители, уважаемые телезрители, дорогие друзья. А вы знаете, у меня есть хорошая мысль. А не пора ли вам перестать смотреть нашу программу по телевизору? И не пора ли прийти и поугадывать мелодии в нашей студии? Задумайтесь над этим. А для вас, дорогие друзья, Валерий Сюткин, 7 тысяч над землей. Счастливо, до встречи. Поздний час, половина первого, 7 тысяч над землей. Гул турбин,
обрывки сна. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять.